до 75 килограммов красного лука. Егор Плоцер, 32-й пара. Синим Андрей Олейник, Краснодарийская, то есть ДША. Егор Плоцер, школа Олимпийские надежды. У него первый юношеский разряд, он третьего года рождения, провел 108 боев. Одержал победу, является финалистом Пенсии в России прошлого 2017 года. Тренера не указал. Ну а куда уходит? Заходи, а не уходи. Вот так. Справа встречай.
седьмого ринга Андрей Мареев, красноярский следует США. Он третьего года рождения, учета гейм ведет, тренируется под руководством Владимира Кучера. Приготовится церемония награждения финалистов высшей категории до 70 кг Ястребову и Мартынову. Тренеры команды Республики Беларусь приглашаются к столу главного судьи. Повторяю, тренеры Минска вас ждет ваш ответ. Приготовиться к церемонии награждения боксера предыдущей финальной пары. Внимание, судьи. Рефери следующей пары Дмитрий Рыбин, боковые. Дмитрий Зиновьев, первый стол. Василий Егоров, второй. Сергей Князев, третий. Ильдус Максимов, четвертый. Вячеслав Байков, пятый. Приступаем к церемонии награждения.